Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы разберем тему, как замерить мощность генератора тока. Например, у вас имеется генератор тока. Вы начинаете там амперы высчитывать, то все. То есть это ставить нагрузки. Включать с одного конца, замеряете с другого конца, потом под нагрузкой, без нагрузки. То есть это процесс долгий и ненужный. Для этого мною придумано коэффициент генерации. Коэффициент генерации равен 1,6. Коэффициент генерации высчитывается по напряжению, выходящему из генератора тока. Как считать? Для того, чтобы считать напряжение, померьте и силу тока от генератора, померьте напряжение на выходе. Например, у вас напряжение на выходе при холостом ходу 110 вольт. 110 вольт перемножаем на 1,6. Это значит, что ваш генератор имеет мощность выходную 176 Вт. Далее. У вас на выходе 210 Вольт. 210 Вольт перемножаем на 1,6. Это значит, что ваш генератор имеет мощность 336 Вт. Далее. У вас на выходе 30 Вольт. Перемножаем на 1,6. Это значит, что ваш генератор имеет мощность 48 Вт. Далее. У вас на выходе 150 Вольт. Перемножаем на 1,6. Это значит, что мощность вашего генератора составляет 240 Вт. То есть для того, чтобы замерить мощность генератора, нужно замерить его напряжение на выходе, на холостом ходу, а потом умножить на 1,6. Этот коэффициент я высчитал путем практических замеров, как говорится. То есть не то, чтобы я там теорию составлял, а практическим путем, вот уже второй год занимаюсь этими генераторами с целью обеспечить, как говорится, квартиру. Продвижение большое, но осталось только, как всегда, что-то достаем и что-то надо еще. Поэтому, как говорится, если вы будете заниматься генераторами, запомните этот коэффициент. Коэффициент 1,6. То есть выходное напряжение на холостом ходу. Не надо никаких замеров, там, амперов и так далее. Ничего этого не надо. Выходное напряжение холостого хода генератора. Замеряете и перемножаете на 1,6. Вы получаете точную мощность вашего генератора тока. Выраженную в ваттах, хотя ватты это я тоже писал. Не точно, но приблизительно, относительно такую систему. Вот что я вам хотел сегодня сказать про новую формулу коэффициент 1,6. До свидания. До новых встреч в эфире. Всего доброго.